Ну все, игра начинается. Стоп-старт я сделал, чтобы запись отдельно была. Блай со Скарлетт против друга с Лилбоу. Начинается игра. Поехали. Это Бо-5, кстати говоря. Круг с Фрутланд. Что за Фрутланд? Смотрите, какая карта интересная. Фрутланд какой-то. Не знаю, что за Фрутланд. Ну, будем смотреть сейчас. Чью камеру в слежении за игроком показывает. Можно разных, кстати, игроков камеру убивать. 1, 2, 3, 4. То есть, как бы, и все будут работать. Так, нет, сейчас задержек никаких нету, вот, без задержки стримим, здесь все окей. Проблочили вторую, сейчас здесь ставится третья. Какая-то цветная, знаете, какая красивая карта, прям зеленая-зеленая такая. Клубничка, вот она, земляничка, клубничка. Чё-то скалит, говорит, хей. Блай не дает Скарлетт поконтролить. Блай сам там контролит, походу. Блай, говорит, делает все, что я делаю. Привет, Евгений Игоревич, здорово. Что за командировка-то? На море Средиземное отдыхать ездил. Сделали в честь первого победителя GSL Fruit Dealer, ну понял. Да, с волос всегда так было. Лот вышел, да, давненько уже. Вышел. А что, на Твиче упало, что ли? Сейчас стоп-старт сделаю. Должно все возобновиться. Ну что, тут что-то лингами прибежал, пробочку сгрыз, Блай Скарлетт, не знаю, кто тут прибежал, если честно. Феникс бомбит тут овера, еще Феникс один строится. Скорее на черное. Ну ясно. Значит, не туда, наверное, куда я подумал. Еще гейт добавляется, в общем. В общем-то. Фениксы строятся. То есть кто-то фениксами летает, контролит, кто-то там дома развивается. Здесь у нас третья хата вовсю раскачана. Королев достаточно много. Лейер заказан. Спорок бы заказать не помешало бы, наверное, была со Скарлетт. Пака, не понял, что ты пишешь.
раз вернулся с командировки, что могу сказать? Приходи смотреть стримы. Может, и я когда-нибудь куда-нибудь выйду. А то уж соскучился. Илов у нас тут ничего не летает. Привет всем, ребят. Сули. Так, трансюзики пошли. Здесь у нас... О, клубнички, яблочки валяются маленькие. Пытается харасить Феникса. Не знаю, кто контролит. Но харасит оверов очень неплохо сейчас. Кто-то из Лилбу. Дрога. Здорово, Никин. Девять роучи строится. Тут, кажись, пойдет прессинг роучи с мувом, роучи с подземным мувом блаевский стандартный. Вполне возможно, но нужно законтролить четко. Ну, ясно. Просто море-то вроде там не черное. Вот, ну ладно, не будем об этом. Фениксы залетают. Летают здесь ряд. О, тут вообще что-то много фруктизны всякой. Подарок позже, ну спасибо. Главное, приходи почаще. Ну то уж я думал, как пропал. Так и понял, что куда. Куда? Ну что, роучи прессуют, Эмортл есть один, второй, нужно минуснуть одного и второго. У одного поля кончились, второго кончились, минусы Эмортлы все 130, 83, Блай Скалет начинает жестко давить. Подземный мув еще не готов, зато закупочка готова, Роба нужно минуснуть обязательно. Фениксы очень большую работу выполняют, но роучи все новые и новые подходят. Конечно, маршрут у них не из лучших сейчас для подхода, но ничего поделаешь. Выкапываются, закапываются, такой побежал-то Роба к минусну бы, ё-моё. Минуснули бы Блай со Скарлетт. Мне кажется, здесь Блай вообще-то роучи контролит. Это любимая его тема, а Скарлетт там строит их. Затанцевал кто-то там. Рано танцуешь, тут грелки лезут, блин, еще Эмортл. Хотя здесь, да, по лимиту, судя, отпустить уже навряд ли получится, но... Лучше танцевать попозже было бы. Ревенчик. Тут и помидорки есть. Ну а как же без помидорок? Вот он я. Здесь я есть. Все здесь есть, кто надо. Ну что, Блай Скарлетт 1-0. Ждем следующие игры. Я же переименую-ка в правильное название. Захожу, строка донатами, какие лимиты-то тебе не видно. Все там. А, здесь надо перенести. Сейчас перенесем. Погодите, а почему у меня. А, у меня захват не тот стоит. Вот, все, правильный захват-то где? Все верно, да. Надо поменять было просто. Конечно, танцевать можно. Slash dance. Вот так вот. Каждый может. Прописываешь в игре и
выбрав группу юнитов, на них прописываешь, как бы они танцуют. Вообще все здесь, Никин. Все эксперты. Летчики наши. Только Илюхи что-то не видно, да? А не, Илюха здесь. Врачи и т.д. и т.д. И даже Левчик он здесь присутствует. Ну вы, Михаил, пошляк, я смотрю, судя по стрелочкам. Ну, друга слило-то они и французы, и европейские, там как бы нормально. Ну, а была это уж хз. Есть инфа, что сейчас будет застройка плетками, ну посмотрим. Главное, чтобы друга слило стрим мой не полили. Погнали. Крести Крабс поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно. Серега, я тут. Но ты чего? Да я-то ничего. Просто обрадовался. Евгений Игоревич вернулся. И это очень хорошо. Спасибо за поддержку. Тебе тоже, конечно же. Вот думаю, где Илюха? А, Илюха-то здесь сидит. Ну что, спускается Лилбус. Ну как-то в наглую хату прям на минералах запиливают. Это, по-моему, слишком нагловато. Нексус отменяется. Забоялись, братва, забоялись. Нексус отменяется за второй гейт. Зря, мне кажется, это происходит. Ну, посмотрим, как его в итоге выкрутится. Линги вперед бегут. А, это не линги, это дроны 3 ее. Точно. Это же Special Tactics с плетками. Кстати, лингов обязательно нужно заказать сейчас будет Scarlet Blight, потому что иначе Зилок придет и все плетки поломает. Зилок вообще очень недоволен. Пятница, вместо того, чтобы Нексус был, там минералы добывались, и он отдыхал, его раньше времени вызывают, сейчас он пойдет. И просто все поломает. Не, решил не идти, поздно уже идти. Хотя зря, надо было вниз спуститься, все-таки поконтролить маленько. Три зилка строятся. Роба пошло. Так, ничего не сделать, думаешь, а роба не зарешает. Хотя какой роба сейчас уже минус, минус застройка будет. Но нужно лингов с мувом много. Будет много лингов с мувом, будет все замечательно. Плеточки перекапываются сейчас. Третья сейчас тоже будет готова. Королева вовсю гейт уже ломает. Начинается атака. Королеву нужно отвести. Ровера тоже нужно отвести. Мазеркур нужно отогнать, королева еще одна заказана, плетки копаются, одна плетка в битве не участвует, нужно вот с этим делом разобраться. Перекапывается третья, еще два адепта строятся, Иммортла пытается Лилбу Дрога заказать, заказывают Иммортла, гейт номер один падает. Заходят линги на мейн, здесь нету Нексуса, но Криптумор зато есть уже на мейне. Не надо лингами так наглеть, их нельзя терять ни в коем случае. Плетки нужно хайграунд завозить сейчас.
Завозят Соплеткина в Хагранс. Пилончик пытается выбить Блай со Скарлетт. Пилончик не выбить. Сейчас с Иммортлом может быть печаль, беда. Иммортл может подрешать. Плеточки закопались. Пилон падает номер один. Зелков окружает Блай со Скарлетт. Пилончики нужно минусовать. Иммортл должен... С Иммортлом-то что-то делать надо. Так, Иммортл выходит. Нужно выманить поля у него быстрее каким-то одним кликом. Во, поля выманили, отлично, молодцы. Нужно отступить, мячка назад, адепты падают, плеточки все разваливают. Королевы уходят, не ушли, королевы, блин, вот это зря. Мазеркор на халяву сейчас будет дэмэдж наносить. Ну, ё-мо, как не ушли-то сейчас? Еще один Иммортл строится. Нужно Иммортла сбрить вот этого, но он в рабочих стоит, пытается Блайз со Скарлетт сгрызть Иммортла. Не так-то просто это сделать. Все линги отдаются на Иммортле, чертовым, нельзя лингов отдавать, плетки перекапываются. Еще линги здесь есть, Иммортл дэмэджен, но позицию великолепную между пилончиками занимает, нужно прогрызть его, все, и плетки добили. Хорош, хорош. 30-25-29 пулемет, сейчас новые Иммортл выйдет, а вот нового Иммортла кто убьет? У него поля врублены, не. Печаль, беда, что-то лингов в заказе достаточно много, но толку от этого мало, что лингов много в заказе пока что. Здесь пробки минусуют, Блайса скалят. Королева пришла, кибернеточку не мешало бы, да, пробрить бы сейчас. Плетки опять линги в рабочих, там начинают грызать все. Мазеркор чуть не погиб, но чуть не считается. Не погиб в итоге, пилончик падает. Иммортл до плеток не достает. Как они тыкают-то бодренько здесь все, а? Все, второй Иммортл вышел. Говорит друга, вот, Блай, не забудь, что я тоже здесь, вот, если ты будешь каждый раз танцевать, я приму это как личное. Что-то, видимо, Блай друга там натанцевал уже когда-то, что у друга уже немножко пригорает от этих плеток, от всего. Ну, конечно, но еще надо третью игру взять. Так, пошел Анатич, туплю, не захожу. Кто там с кем танцует? Кто-то с кем-то там где-то танцует. Ну а стрелка от Блая к Скарлетт идет. Почему? Потому что Блай-то ГМЛ, а Скарлетт МЛ. Кто здесь главный? Кто доминирует, я бы сказал здесь? Конечно же, Блай. Вот. Как отбиваться от этого? Гейт надо раньше ставить, просто билд был халявный Нексус, и тяжело отбиваться. Но я думаю, что обязательно фаржу нужно добавлять, без фотонок здесь тяжело. Вот, а так все правильно с робос и мортлами. Поехали. Третья игра. Чего Лилбу за картинка, кстати, такая интересная, смотрите. Откуда она вообще такая необычная? Ну что, либо изи 3-0 сейчас. Либо, если сейчас сольются Блайз и Скарлетт, может быть и камбэк застроят сейчас тоже. Ну, посмотрим, как застроят. Ну, пока оправдывает Блайчик Скалет. Запилил фантиков на них, на кипбетике.
за совместные задания. А, это где, ну, типа как компанию вдвоем проходить вот эту, да, там, миссии. Вот, Димага, кстати, мне сообщает, что с Мотиком 700 он отыграл без стрима и 3-0 его наказал. Вот. Такие дела. Ну, к сожалению, Димага там где-то ладер катал и не смог поиграть. Мы не посмотрели сегодня Димагу. Ну, ничего не поделаешь. Тут я не виноват. Уж извиняйте. Ну, а в ближайшем будущем мы смотрим шоу-матч. Возможно, последнюю игру, может быть, не посмотрим. Нет, смотри-ка. Не застраивает, видишь? Тинк я не буду стримить, Арчер ничего там не договорился, насколько я понимаю. Ну там даже не от Арчера зависит. Так, ну что, сталкер овера напрягает. Сейчас может овера сбить, кстати. Не, ушел, ушел. Чудом ушел. На 23 хп ушел Блай Скарлет овером. Здесь у нас атаки, скорость адептом заказана атак. 10. Ага, здесь у нас передроперская тема идет. Ну, нужно оверу отвести, нормально. Так, опять сталкер находит. Что же за беда-то такая? Квина линги, думаешь? Но я чуть пока вижу просто линги. А, не, квины строят. А почему квина не строится? Здесь ресурс-то есть. Так, три королевы притянул. Вдвоем такие билды делать сказка, на самом деле. Потому что контролить проще. Почему королевы-то не строятся? Ресурсов дохренища. А, на лингов ушли все ресурсы, все ясно. Ну что, лингов много, здесь оверы загружаются, здесь овер висит, у нас один залетает. То есть будет еще и разводка, часть на мейн, часть на вторую. На второй вообще, вообще нет ничего. Ни одного пилончика даже нет, зато на проходе 4. Нужно ли врываться сюда, в проход-то? Сталкера прогрызаете сейчас, Блайз Калит. Сталкер номер один падает. Нужно ли дропаться на рампу? Вот у меня вопрос возникает. Хотя там уверчаш-то один всего. Нужно на рампу дропаться, я считаю. Прилетая дроп, похоже, что это 3-0, что ли, изи, или что? Так, дроп пошел. Пилоны пока что живут. Адептов нужно прессовать. Блин, пилон уверчаш. Восстать Мазеркор нужно минуснуть бы. Мазеркор и видит, Блай сказали, что нету больше энергии на уверчаш. Еще один. Падают пилоны, но рампа-то застроена. Блин, как криво все получается. А такой пуш провалился. Такой лимиту ситуация была, но только куда-нибудь дропнуться в любое место. Но только не сюда. Везде ни хрена не было. Нигде вообще ничего не было. Так, королева пытается Мазеркор минуснуть. Минуснут. Нет, не минуснут. К сожалению, Мазеркор падает в это время. Кибернетка. Линги вырываются внутрь. Мазеркор отогнал. Тут Блайз Калит. Линги все еще строятся. Коготь делается. Кто не знает, где контроль здесь. Королевы овера ждут. Нужно прессануть немножко. Овер перелетает. На второй здесь, кстати, один всего пилон. Оверчаш можно сбить реально сейчас. Пилончик сбить. Сбить. Чего, блин? Еще линги заходят. Так, королева на трансьюзах здесь живут. Здесь передроп на мейн. На двух адептов идеально, которые лингов просто разваливают. Где два игрока? Где контроль-то? Ё-моё. Кто там контролит, я не понимаю. По лимиту проседает 37-25, либо с друга отбились, короче говоря. Это ГГНчик практически 100%. Ни хрена здесь не изи.
Нальгил, так это Архон мод. 24.40. Пора мне, не, печаль. Блин, сейчас еще грелочка будет заказана, либо Феникса, не знаю. Ну вот сюда была ошибка дропаться, конечно. В эти пилоны слишком уверчар сильно зарешал. Адепты сзади очень хорошо подошли. Адептов нужно было лингами сразу окружать и королев на них дропать, от этого верчажа подальше отойти. Он рано или поздно все равно кончился бы. Еще один дропщик пошел, сталкер окружен, делок уничтожен, пилон убить не получается быстро. В то время дроп еще на мэн идет, минус овер, печаль, беда. Конечно, все бежит и бежит, но что-то беллинги, вот может раньше беллинга было бы запилить, не знаю, с беллингами получилось бы задропать. Но теперь уже через рампу-то беллингами врываться тяжело очень будет. Здесь, правда, паровозик лингов идет до сих пор. Фениксом прекрасно пользователь видит сейчас. БК активировал премиум на ваш канал. Беллинги есть, передропчик идет на вторую базу, овер еле живой. Тут адептов, ё-моё, сентри есть? Не, все, сентри есть, только дропу можно было зайти. Короче говоря, пишем ГГ, выходим. Либо угорает. Это называется от пригара взрыва пуканца до XD один шаг, один миллиметр. Вот это как называется, я вам скажу, потому что... Очень не хотели они проигрывать прямо, а если бы это было 3-0, то было бы вообще жёстенько, конечно. Но, к сожалению, пуш не прошел до конца, и зато мы посмотрим побольше игр еще. Здесь Бэйна заходит, контроль хороший, сентри филды кидают хорошие. Здесь как-то криво беллинги дропнулись, адепты за лингами двигаются. Скорость атаки адептов уже есть. Нет, здесь уже тяжело. Хотя, посмотрите, по рабам сравнялись более-менее. Но адептов-то чем забрить? Нечем. Одни королевы. Роуч Орона даже нету. Ну, бейнов надо, значит, напилить сейчас побольше желательно. Что и делают. Блайт, Скарлет. Ну, поздно, блин, сейчас адепты ворвутся. Нужно как-то их блокануть бы было бы. Адепты не стали врываться. Сплит идет адептов. Ну какой он хороший очень сплит, по одному адептский стоит. Бейны взрываются понемножку. Бейлингами рядом там бегает Блайт Скарлет. Ну неплохо вроде дэмэдж адептам наносится, 22 линга еще строится. Бейлингов идеально, кстати, разменивают для данной ситуации. Вот сейчас четвером встали, когда адепты, минус адепты в итоге. Ну, кстати, молодцы, отбиваются еще. Сегодня уже поиграл несколько игр. Больше пока не буду, времени нет. Скарлет угорает. Здесь-то третий ник с полиамитом. Это все равно печально все. Очень печально. Нужно четвертый занимать. Не надо улынить сейчас, прессовать. Здесь одни адепты, блин. Спасибо за премиум. Всем за поддержку еще раз. Овер минус. Адептики подходят. На мейн еще раз заходят. Беллинги взрываются. Но если здесь либо... Точнее, если Скарлет Блади себя отобьются, то дэмэдж экономики просто жесточайший, и навряд ли уже получится затащить. Три адепта успели еще сюда телепортировать. Ой-ой-ой, дроном тут наваливает втроем-то жестенько. 6 дронов еще потеряно, 35-63 по рабам. Четвертый хат хоть и строится, но это уже печаль, конечно, полная. 105-68 по лимиту. Второй коготь пошел. Ну а что этот коготь изменит? Да ничего, собственно... Линги врываются на дальнюю базу, пытаются пробку подгрызть. Ну, одну подгрызет, пробку здесь была искалит. 1-1 грейды. Здесь, кстати, по нулям у процессов. За счет грейдов можно попробовать вытащить, но надо сейчас дронов как-то восстановить популяцию. Да и как тут вытащишь? Был бы... Ну, да, хайп был бы сейчас Ультралис Кевер, например, заказать.
Так. Хайв почти готов. Стона. Кстати, рабочие-то восстановились практически. Эта тема только доказательство того, что Рева следует правилам. Ну, пацаны, это тоже правила следуют. И тех, кто таким правилам следуют, просто достают из штанин широких и по губам водят, а потом пацаны живут просто под шконкой, как бы, и в хате убираются. Потому что больше их зовут, например, не Павел, как бы, а Оля, например. Ну, у всех свои правила, как бы, к сожалению. Так что, я думаю, спор этот лучше прекратить здесь. Микос на Феникса пошел. Линги забегают. Ну, тут очень жесткий выход. Я думаю, здесь уже не отбить. Короче, завязывайте там ждать. Ревчик уже давно понял, что он ошибся. Тогда. Тем более, Фаер его толкнул в плечо на дримхаке. То есть там все выяснено было по-мужски. Все нормально. Микозы и заходит, но... Лимит-то почти одинаковый, но ультралов нет. Сейчас вот этих пару ультралов сюда и пораньше бы немножечко, конечно бы, королевам, не королевам, а невралку, инфесторам было бы вообще замечательно. GG. Все-таки GG. Хотя пытались тащить. Пытались тащить. Так, заходим в игру. Скарлетт не надо толкать. А то анекдот про мопедик можно вспомнить будет. Все, ладно. Оставим эту тему. Разговор, блин.
уже все, уже нормально. Так. Ну что, четвертая игра. Так, нейлон тирасис. Минералы все золотые, пишет. Так, карта с только золотыми минералами, сколько я понимаю. Да, поехали. Да, посмотрите, везде золото вообще абсолютно. А что за карта такая? Чем-то похоже на карту вот эту хрень. Почему? Шоу матч был 5. Что, уже поменяли формат, что ли? Я-то про Бу-5 знал только. Сейчас меня намыли, где-то есть письмо, сейчас я проверю. Да, Бу-7, кстати говоря, Архун. И Бу-7 финал. Короче, 2 Бу-7 сейчас будет. Да-да-да, точно. Да, что-то просто до этого инфа была, что Бу-7 на самом деле. Ну что же. Будем смотреть, кстати, билд от Блая Скарлет. 4 хаты Газпул просто. Ну все золотые минералы. Родцев Никсусок такой один. Скромненький Никсусок такой. После гейта, а здесь как бы 4 хаты билд. Так, строятся адептики. 16 на мейне пробок, но вот здесь вот 3 на этом минерале нужно перевести сюда одну. Когда Архон, ладно, когда один играешь, еще ладно, бывает там что-нибудь законтролить. Хотя и на такой стадии, когда ни хрена не происходит. Даже когда один играешь, такого быть не нужно. К Архон, когда 2 человека контролят, кто-то экономит, кто-то что-то, такое вообще ошибок в принципе быть не должно. Вот, ну, посмотрим. Гиты добавляются, 2 штучки. Все это на рампе, куда нагромождение прямо на рампе. Ну, люблю, как гиты так ставятся. 4 газа уже добываются. Здесь 4 хаты, все надо раскачать. Адепт пытается зайти, но 18 лингов сейчас адепта будет чем встретить. Ну, адепт не стал телепортироваться, адептом 3 лингов пробивают. Ну что, пора инъекции делать на мейне. Королева готова. Везде тут тоже готовая королева. Это прессинг какой-то лингами будет или нет? Ну, добыча больше у Блая Скальда, естественно, почему? Да потому что... Так, а вот эти камни что дают? А зачем, зачем камни на вот этой позиции? Я чуть не понимаю. Типа, чтоб туда не дропнуться было.
сильно, что криперы не прыгали. Ну да, получается, что так. Так, минус овер. Линги здесь бегают, ничего сделать не смогли. Третий Никс. Похоже, кстати, очень вот эта конструкция, смотрите, на террасы Приона вообще один в один. И вот здесь база, это только единственное. А, и здесь так это и есть терраса Приона, только со всем золотом. Получается, да, собственно говоря. Нейлон террасиса называется, кстати говоря. Ведь смотри, похожая на терраса Приона, думаю, она вообще один в один. Здесь все летает, вроде отогнали. 12 роучи строятся. 15 роучи строятся. Муф роучем делается. Газа что-то мало добывается. Реводжеров побольше, желательно бы тоже запилить. Фениксов реально много, они летают, харасят. Это очень неслабо здесь получается. Камни в центре есть, прогрызаются. Сейчас камни. Пошел врыв. Роучи реводжера линги у нас тут прессуют. Здесь уже два иммортла есть, где линги-то все? Линги обегают, три роба уже, ё-моё, три роба решили запилить. Сейчас только тут будет иммортлов, это просто жесть будет. Пора плавиться скали тормознуть, сыграть какую-то более длительную страту такую, наверное. Так, королеву подрезают, мазеркор падает моментально практически. Но иммортлов четыре штуки уже, они так сейчас навалят этим роучем. Плюс фениксы еще есть. Фениксы просто королев поднимут, и все, остальное на оклике будет. Лезть ни в коем случае здесь нельзя. Нужно просто отступить, выйти в грейды, в какую-то экономику, я не знаю, во что-то выйти нужно. Сюда залезать вообще никакого смысла не вижу. Идет вперед роучими лингами Блай Скалет. Королевы принимают бой. Фениксы сзади подлетают. Фениксы начинают королев минусовать. Роучи отходят, мышка от имов подальше. Пока королевы есть на земле, и мы хотя бы столько дэмэдж наносим. Вот в таком замесе, когда два из человека контролят, очень важно лингами было выманить бы сейчас щиты иммортлам. То есть по одному лингу направить, куснуть каждого. Щиты бы в итоге бы включились бы, и можно было бы пованшотить потом роучами пытаться. Но этого сделано не было. И вот там много иммортлов в итоге остается. Так, роучим подземный мув готов. Есть ли обсервер? Нет, обсервера что-то не видно пока. А есть обсервер-то вообще? Нету обсервера. Закопаться и забежать. Ё-моё, здесь иммортлов уже сколько роучей, столько. Практически 7 иммортлов. Еще 2 сейчас будет, еще одного можно заказать. Нужен свич во что-то. Не, прохлада. На иммортлов таким миксом лезть прохладно. Нужно чем-то и фениксов бы отогнать. Роучами отменяет сейчас базу. Кстати, мув подземный как был, так и не используется до сих пор. И между прочим, нету обсервера. То есть вот эту базу-то изи можно отменить на самом деле. Прибегает Линк. Так. Что у нас? Роучи ма одного забирает. Но остальных не стоит трогать. Они быстро расковыряют восьмером. Здесь роучи пытаются на мейн пробиться. Не так-то просто это сделать. Филд кидает сейчас. Да, пилонами все заблочил. Лил был дрога. И роучи минус. Все заползти не получилось. Не знаю, кто из них контролит то, что делает.
Сейчас бы мутку. Вот и фениксы думают. Сейчас бы мутку бы нам бы сюда бы. Повеселиться можно было бы. Пропсы не тираны, они мяско не кушают. Святым духом питаются. Энергетическим. Ну, мутку бы растрепали бы с удовольствием. Чаш почти готов, плюс 2 почти готово. Ну что, прохарасили, улетают куда-то. Иммортлов сколько? Ой, иммортлов тут 12 штук. 11, нет, здесь 10 плюс 1 вышел, вот 11 становится их. Сейчас еще выйдут, то есть... Просто по земле им онли иммортлы, по воздуху онли фениксы, все. Фениксы еще минус 0, королевы гидра 180, 190 на 176. Ну, кстати, микс чисто из иммортлов без шторма, это тупой микс на самом деле. Обязательно должен быть шторм к этому миксу. Потому что масс гидра иммортлов-то развалит на самом деле, если не будет саппорта у них какого-то. 102 дрона еще, между прочим, у Скарлетт с Блаем. То есть решили немножечко похалявить здесь какой-то момент. То есть запас по ресурсам просто гигантский присутствует. Но нужно как-то подраться грамотно. Королевы вперед ломятся. Нужно ли ломиться вперед? Ну, грейды делаются. Там коготь пошел, я вижу. Хайв делается. Здесь фениксы летают, нужно спорок побольше. Давно уже было напилить побольше спорок. И здесь, да, из тех дронов просто спорок напилить. Пофиг, ресурсы есть, 80 дронов еще осталось. Здесь зелки телепортируются, нужно пойти чем-то их отбить. Микозами тут фениксов, 3 штуки держатся. Где микозы-то еще? Забрали 3 фениксов. Здесь что-то зелки наразвалить. 76 дронов тут остаются, везде плетки, спорки, минералы все потрачены. Да, шторм будет, и 15 иммортлов, 2 архона, 6 штормяков, 8 фениксов. 15 иммортлов — это такое хорошее число, просто ты-ды-ды-ты-ды. Мы, говорят, у нас ножки маленькие, мы ходим медленно, но если дойдем, то извините, ребята. Тогда произойдет развал просто. Здорово, Табакмен, Орландо, всем привет. Все, фидбэки по королевам идут. Шторма, кстати, шторм-то не зарешает. По королевам бесполезен практически. Люра есть, люра копается. Залп от люры пошел. Будет ломиться у нас дрога с Лилу. Не знаю, ломятся куда-то сюда. Нужно люру ближе подвести сейчас. Пошел замес. Люру пытаются поднять, штормы проходят, микозы по фениксам нужно кинуть, по фениксам микоз пошел, иммортлов 15 штук, но часть из них падает уже, все под микозом, люру не выбил всю, арсейверов нету, 160 на 111, разваливаются план. А, зеленочка была, вот почему люру не убил. Зеленка просто божественно сейчас вошла, конечно, вообще великолепно зашла зеленка. Продолжается, так, прессинг есть, минус. Иммортлы 3-1 грейды делают сейчас. Иммортлы. Так, здесь есть иммортлы. Люра в спину колями дала. Все жестко очень. Произошло 182-103. Нужно дожимать, брать тепленькими этих двух товарищей. Все это вместе, трех люров. Не надо говорить, по отдельности все расплитить. Так, по отдельности сплитят. Ну вот, посмотрите, называется. Убил в лоб, убили. Нахрена вот в этот проход-то ломиться? Обошли бы через центр, вот сюда. Теперь на мультитаске нужно попытаться развести. Второй коготь делает. Грейтер Спайр наблюдаю сейчас. Кстати, к брудам вообще либо у друга не готовы. У них даже нету старгейтов вообще, да, по-моему?
Да, они есть один. Ну, кстати, можно успеть подготовиться, если правильно среагировать. Здесь делки зашли, с тремя атаками камни убивают. Так, Иммортал, хорошо, Микозом поймала, просто красота вообще. Минус 3 ема здесь, минус те штурмовички, что ли. Так, можно зафидбэчить. Здесь что-то королева дерется с Мазеркором. Здесь гидралиски вокруг. Вон группа гидры стоит, просто гигантская. Мазеркор минус в итоге. Нужно увести гидру. То вон, посмотрите, забыта часть гидры вообще. Второй армор делается, 3-1. Вот на оклике просто сюда ворваться, и можно минуснуть вот этот некус. Смотрите, крип докуда достает вообще. Так, здесь зелки пытаются ворваться, зелков изи просто принимает, Блайса скалит. Гидра в хламах просто разбирать. Иммортлы подходят, нужно отойти, да, тут иммортлов что-то многовато, реально. Так, ну люрами все еще напрягают. 7 рудов, вижу, делается сейчас. Как тут макростадия у Скарлетта с Блаем больше заточена? На тренина, что ли, я не знаю, чем у Лилу с друга. Они какой-то хренью страдают просто. Реально тут ни темпестов, ничего нет. Бруды вперед полетели. Сколько их? 7 плюс 1, 8 штук будет. Грейды уже 2-1 делаются. Спайра 2. Ультралиском делается армор сейчас уникальный. 3-2 грейды. Третья атака оранжевая есть. Второй наземный армор. Третий коготь заказан. Короче, по грейдам все хорошо. Не как у Блая обычно. 0-1 там. Вдвоем успевают грейды сделать и делают. Скарлет положительно влияет на Блая. Скарлет, посмотрите как. Нужно почаще им, почаще. Вот. Играть вместе. Может и Блай перенимать будет правильные грейды там и все дела. Пытается выйти в флит бикон сейчас друга с Лилбу. Но выйти в флит бикон тяжело. Потому что бруды уже убивают. Смотрим свысока на все это дело. Бруды в центре, тут иммортлов прессуют. Да а что дальше-то? Даже бояться нечего. Здесь только архоны по воздуху бьют. Здесь просто бруды гоняют своими брудлингами юнитов и все. Нужно обойти, конечно, просто помочь уже брудам здесь убивать все. Темпесты, Оракул Ревелейшн кидает. Нужно поймать, словить вот этот выход просто, и все. Груды гонят. Да не надо вот отсюда заходить. На камни пробить тогда и успеть ворваться. Либо нужно через верх уже пройти, принять брудов, встретить. Так. Прилетают. Ё-мо, вайперы прилетели, зафидбэчилось все. Кстати, зеленки раньше, чем фидбэки были кинуты, поэтому дэмэджа вайперы мало получили. Штормы дичайше пошли сплетануть брудов-то ничего. Что мешает сплетануть этих брудов чертовых? Трансюзов здесь нет, королев. Темпесты сейчас уже выйдут скоро. Так, микозы падают. Возвращаемся на землю. Нет, чуть другое отдаление ставлю. Здесь люра все плюсует. 3200, 3400 на 2400. 13 корабтеров, 2-2 на воздух. То есть даже если сейчас да, Лилву с Дрога отобьются, все углая соскалит замечательно. Это 3-1 абсолютно точно. Так, штурмовички фокусятся брудами сейчас неплохо. Ну, два шторма успели выкинуть, но толку-то особого нету. Арафторов 13 делается, можно новых брудов сейчас запилить. 88, там лимит уже. Люра до сих пор атакует с тремя-то атаками, там дэмэдж нормально, 26 дэмэджа. Против арморенных 39 при этом всем. А что здесь, не достает люрка, что ли? Да, посмотрите, чуть-чуть не достает. Так, выходит Лилбус. Дрога вперед. Здесь бруды новые морфятся. Аж целых 8 штук. 3-2 на воздух уже делают. А здесь 3 атаки по земле. Типичные вот такая. Ротусы трупачные, которые только 3 атаки делают. Вот. Минус все здесь. Минус темписты. ГГ 3-1, ребят. Пора писать ГГ, ребят. Что и делает Дрога. У Лилбула горит. Он ГГ не пишет. Дрога за это делает. За Лилбу, а за Блая, у которого тоже маленько может подгорать, делает это Скарлет.
Так, ну что, Блай, четвертая, пятая игра должна сейчас быть, ждем. Да, босс 7, конечно. Еще у нас может дать сколько? 3 игры максимум еще может быть. Но это только друга левого счет сравняют. Все, не хотят ли у друга больше играть? Или что такое-то? Пока не знаю. Все, создает Алекс, запрыгиваю в игру. Отлично. Руки прочь от Скарлетт. Скарлетт бомбера наказывала еще беллингами закопанным еще в 2013-м. В первую очередь Скарлетт в прошлом крутой очень игрок. Вот. Сейчас, к сожалению, не тренировалась долго и, ну, будем надеяться, вернется. Ну, зря, мне кажется, Скарлетт в какой-то момент, у нее уровень был на уровне корейском реально, когда уже европейцы как гнари играли в основном. Вот нужно было продолжать трениться. Скарлетт как кофе в плане родов. Думаешь одно, а по сути другое, а может быть уже и третье, хрен его знает, короче. Брюс проверял, говорит, там все нормально говорил. Что это значит, я, честно говоря, не знаю, как бы. Вот. Нет, это бой 7, прошу прощения. Ну что, мув первый, будет передроп еще с овером вот с этим, то есть, ну если мув не закатит, конечно, как обычно, здесь ГГшечка за эргом, собственно. Хату собирается Блай со Скарлетт запиливать,
Ленинград вперед, здесь пилончик заказан, бустится зелок, пробок побольше, сразу переводят друга сливу вниз, чтобы все это принимать. Что там происходит-то, чуть не понял. Секундочку. Хотя нет, тут прессинг идет, не буду пока отходить. Забегают линги. Зелка пытается принять. На зелка-то, наверное, догрызть было. Сейчас он поляна регенит, этот зелок. Да, он за минералами встал. Еще и манит линга. Он говорит, сюда на меня идите. Сейчас я вам всем щи разобью. Сейчас поля у меня нарегенятся, и все будет нормально. Вот. И нормально стоит там. Адептик прикрывает. Все. Провал на лингах называется. Наверху ловушка здесь. Пробка, если что, пилончик поставит. Линги опять же врываются, эти лингов немало прибегает, но зелок живет, адепты живут, пробки живут, адепт падает, пробки падают, еще один адепт остается, нужно сгрызть его обязательно. Пробка пытается помочь адепту, но поможет ли нет? Да, помогла пробка адепт, здесь пилончик на ХГ заказан, минус линги, все. А было счастье так близко. Эволюшн, кстати, отменен был, то есть это прессинг лоб, почему эволюшн-то отменили? А, ну там овера не было ближе. Ну и все, теперь что? ГГ, по ходу дела. Не знаю, как здесь выкручиваться из этой ситуации. Хотя по рабам-то 18-14. То есть рабов-то погибло много. На мейне не так уж много и осталось. Так, здесь врыв на адепт идет. Уже уверчаш вымыть. Да ну, здесь 4 адепта уже. Пятый строится, шестой. Линги врываются. Даже уверчажи не выставляют лилу с дрога. Понимают, что... Лучше уже, когда зерк будет уже точно прогрызать пытаться. Но нужно съезжать с лингов этих. Все равно строят лингов. Какие к черту линги-то? Все, они уже не вкатили. Здесь не вкатят. Попытка и передропами сейчас сыграть. Но передроп это поздно уже играть, по-моему. Так, гейты открываются, да. Оверморфится сейчас, сейчас будет. Так, может быть, имеет смысл тогда всех лингов туда на мейн подвести. Тут ждет либо у друга. Ну, хотя бы часть получилось отвлечь. Опять же, разводка с овером, смотрите, показывает, что типа один, а на самом деле другой перевозит. Пошел за дроп сейчас. Ну, тут сталкеры есть, адепты. Со второй базы все уходит. Надо срочно сюда бежать. Ну что вы делаете-то, Лил? Скалит лай. С двух сторон оверы залетают сейчас, посмотрите. Прямо линги на сталкеров дропаются. Их разваливают моментально всех. Тут адепты пытаются подгрызть. Все пытаются лингами подгрызть. Скалит лай. Здесь попытка врыва на вторую, но здесь центряясь, надо больше лингов на мейн было вести. Кстати, это могло бы подрешать, как мне кажется. Ну, поздно уже, блин, лингов больше вести на мейн. Передроп идет. Часть лингов у этого овера можно запустить сейчас. Так, адепты тут бьются очень эффективно. Сталкеры приходят. Не получается продавить, к сожалению. 13-31 по рабам. Все, игра упущена абсолютно точно. Поздно вот сюда сообразил. И в это овера привести. Линги медленно перевозятся. Их поэтому очень эффективно по очереди всех юниты пробривают. Левого дрога. ГГшечка, ГГ с камер пишет. Не сработало. 3-2. Следующая карта.
Так, заходим в игру. Так, поехали. 3-2. Ну что, ребятки, или релак, ни на кого не ставлю. По коэффициентам фавориты были либо у Дрога, но я свои условные цифры поставил, конечно, на Блая Скарлет, потому что они должны побеждать. Три хаты пул здесь билд. Так, ты уже успокоишься наконец. Когда-нибудь-то, друг чудесный тебе. Адептик либо Скарлет строится. Здесь 10 лингов мух. То есть 3 хаты пулы и сгрызалец при этом, что ли, я не понял. Ну, хорош уже просто уже. Уже даже мне глаза мозолят. Хотя я больше сюда смотрю, в этот монитор. Вот. Старгейт ставится. После шоу-матча финалки Bad Race Wars Супер против Элайва будет биться. Тоже Бу-7 на Корее. Будет очень и очень интересно. Стрим, конечно же, из игры. Так, отменяется газ. Мув делает. Здесь линги оббегают вокруг. Мазеркора нету, что ли? Да, нет Мазеркора, поэтому и пилона сейчас не станет. Пытается адепта окружить, я не знаю, кто там контролит лингов, но адепт не так-то просто окружить оказалось. Но пилон зато падает, мух еще пока не готов, но это только пока не готов мух. Адептами контроль хороший демонстрируется сейчас. Так, адепты ушли, пилончик есть, будет уверчаш выставляться.
Так, линги врываются в адепку. Верчаж поставляется. Нужно уйти из-под уверчажа. Ну куда там? Ё-моё. Вон же пилон сверху бесхозный стоит, без уверчажевый. Забегают линги прямо на мейн. Очень жесткий, в общем-то, прессинг идет. Нужно пилон минуснуть. Здесь весь продакшн на одном пилоне, только подумайте. Удают, ребятки. Артосис Пайлон только что был наказан. На вторую линги прибегают везде линги. Ребят, это 4-2 в пользу Лилу Бла. Скорее всего, я думаю, что уже не отобьются Дрогос. Лилу здесь, скорее всего, прогрызается пилон. Пилончик падает. Пилончик падает. Нет, что-то долго он прям не падает. А что он не падает? Так мало линдов грызет этот пилон. Судя по всему, да. Ну, Нексус, да, второй сгрызть. Что печалится? Здесь три пилона еще. Во-первых, supply блок по-любому будет сейчас. Два пилончика строить. Еще адепты на хайграунде стоят. Линги все дотекают и дотекают. Но Нексус надо догрызть. Верчаж на пилон. Пользователь Джурист активировал премиум на ваш канал. Нижний пилон грызть. Адепты тоже пилончику падают. Варпа не было, что самое главное. Линги умудрились просочиться на хайграунд. Овер... Ой-ой-ой, Мазеркор. Кибернетка делает, конечно, варп, но варп не доделывается. Почему? Потому что пилон вообще не... Пилон не доставал. Так, здесь линги еще раз забивают. Все, оракул энергии кончается. Здесь зачем-то пилон был отменен. Линги на халяву на мейн пришли. Еще 12 лингов строится. Несколько дронов успели Блайса Скарлетта строить. 30-ка рабочих в итоге. Ну, ГГ-нчик, ГГ-нчик. ГГ пишет Дрога. Лилу ничего не пишет, все выходят. Поздравляю Скарлетт и Бла. 150 бакинских рублей и победа в Warhound Mod шоу матче. Так, да, Корея. Идите в баню, блин. Ну что, переименовываю стрим. Финальчик, ребятки, финальчик. Элайв против Супера. Жаркий, жаркий корейский бусейн. Что на Твиче переименовать? А что, как, что, а что там на Твиче не так? На Твиче само, наверное, переименовывается, это же стрим все-таки. Так, ждем. Вообще-то продолжение. Все, корейцы уже все почеркали, насколько я понимаю. Вот RSM. А, вот, все, Live Super здесь, все отлично, короче. Заходим в игру. Я помню, что у Супера GML аккаунт был, но это не он. Насколько я понимаю. Да, здесь вообще ни одной игры не сыграно.
Илаевский профайл, посмотрим. Ну, Илаева тоже, наверное, не основной аккаунт. Да и у него команда есть, как бы он в команде, наверное, тренится. 10 место в мастере. 23-18. Да нет, это фигня все. Так, а есть ГМЛ? Так, ну как ГАО. У Ягузы, посмотрите, ГМЛ прям. Прям на Корее. Красавчик, что я могу сказать. 62 место на Корее ГМЛ. Это хорошо. Да, в топе Кореи Solar на третьем, и смотрите, что далее. Просто какой-то Проц на первом вообще по статсу замечательно идет. Потом Зерги, потом Тиран на восьмом с хорошим статсом тоже. Тут Тиран вообще разваливает. Короче, немножечко баркодов, ни хрена непонятно. Секретные корейцы, чертова, побери их. Так, переименовал на Твиче. Надо теперь каждый раз не забывать переименовывать. Здорово, Киёк. Что-то тебя весь день не было. Что-то ты там в пятницу так занят сильно чем-то. Вот. Ну, в принципе, GSL мы посмотрели, было интересно. Кстати, GSL надо выложить. Забыл я совсем об этом. Так, ребят, 10 плюсиков с вас на GSL. Пожалуй, 100. Сейчас контакт уже выложу. Да, кстати, не забывайте ВКонтакте в группу вступать, ребята. Там у меня анонсы, соответственно, и все дела, и воды. Пока что некогда, все нет времени добавить туда фоток всяких. Ну, что-нибудь там будем понемножечку пилить. Просто, ну, у Андрюхи тоже время немного, у аспиранта сейчас ребенок родился. Вот у меня тоже тем более немного, потому что я и так за компьютером в сутки просто провожу часов, ну, по 12, как бы стандартно, а хочется отдыхать от компа тоже. Если еще и там группу только заниматься, то вообще просто немерено времени будет. Так, сейчас, ребят.
поплачем немножечко. Ну, все нормально. Поехали. Цикламет, братишка, да, сейчас отъеду, вы что там, посидите пока, я в пеху посмотрите, я пока посижу. Ну ладно. Актерское мастерство кончается на этом. Вот, давайте смотреть игру. Пора в актеры выдвигаться. Строится КСМ-ки. ЦЦ-шка строится через Рипер, опенинг стандартный, вот Тирана был. Карта, кстати, опять Фрутленд, вот эта вот, которая у нас и в шоу-манче была. Ну, потом будет стандартная карта, первая просто обычно нестандартная у нас. Да шучу, какие актеры. Ну что, кстати, смотрите, Ксилнаги прикольно здесь расположены. Оп, друг друга видно. Здорово, смотришь? Здорово, смотрю. В итоге так получается. Рипер пытается облететь. Чему у Тиран натурали один газ? Я тоже прикола не понял. А почему в натуре у Тирана один газ на натурале, а в Ротса два? Вот, наверное, газ, он просто криво отображается, что ли, или как это вообще называется-то? Киданули Тирана. На газ, по ходу дела. Газ добыли до Тирана уже весь. Кто хрен знает. Гейты добавляются у супера. 4 гейта в твайлайте блинк бустится. Вижу призму. Агрессивный такой билд он играет сейчас. И здесь, ну, очень поздний стимпак. Поэтому, я думаю, можно с блинком удачно будет врываться. Да нет, обычный гейзер. Кстати, здесь выбрать ничего нельзя. Был бы газ, можно было бы выбрать. Вообще прикол, конечно. Так, не понял. Про какие минералы Алекс говорит от фруктов? Спирит 90, конечно. Нос вешать не будем. Добавляются сталкера еще. Минки прилетели, минус 11 пробок, между прочим, сейчас только что было сделано суперу. Здесь передропчик на мейн собирается, на сталкерах, где... А, это еще дарки при этом все. Так, дарк варпится номер один. Здесь сталкер заходит, блинк не готов еще на минку. Ёма, на минку попадает. На минке печаль, туретки нужно нарубать сейчас. Куда ты, рабов, трушь, туретку бей, ну что ты... Что, он слепший, что ли, я не понимаю... А что делает супер, объясните. Это вот ГГ реально. Нужно просто сделать было райт-кликом в туретку кликнуть. Все. И на мэйне, и на второй, везде. Но супер зачем-то этого не сделал. И в итоге, ну, правда, он 21 КСМ-ку так и так завалил уже. И все равно у Тирана все печально становится. У просто все хорошо. И сталкеры здесь прессуют с блинком. Ну, кстати, да, в любом случае. Но туретки убить всегда надежнее. Почему? Потому что сканов нету, это значит, что ты там беспределить сможешь все сколько хочешь. И мариков рубить, и всех-всех-всех. .64-39 по лимиту, сталкеры уходят. Призма все еще живая или нет?
Нет, призма где-то погибла, не знаю где. Здесь марики ходят, мариков как сталкеров такое же количество. Не помню, чё боится-то, супер. Обсервер есть, просто расконтраливай мариков и все. Да, блин, контроль начинается. Обсервер пытается минуснуть тиран. За это ему минусуют тех мариков. ГГ. 1-0. Ты где, рассекретилась все-таки? Не говорила мне, блин, как никнейм. Сейчас. Качуска, как я схожу-то, я не понял. Куда я схожу? Ждем ход в следующую игру. Ну хорошо, что игра кончилась раньше газа. Газ не понадобился все равно, так что все нормально. Так, ребят, минуснули, о, плюсанули вы видюшку. Да, он все на главный появился, отлично. Кстати, на Twitch не кидал, вот GSL-овская запись, ну там только GG-плеер, потому что Twitch не выложить. Точнее, ну GSL не выложить на YouTube. Права, все дела. Ну что, 1-0, супер. Так, секунду, мне позвонить надо. Быстренько. Так. Абонент, не абонент, абонент на концерте. Вот я что вспомнил, так что борода в итоге не получится позвонить никуда мне. Газ барак. Опять похоже, очень похоже на Рипера опенинг, но может быть это будет и не Рипер. Нексус второй. Здесь кибернетчика, ну тоже все стандартно. Гейт, Нексус, кибернетка, в общем-то, было здесь у Супера. И лайф мертвый сегодня 1-7 по картам сегодня. Каким картам? Где он играл до этого вообще? И лайф.
Так, какой-то спешл тактик здесь пошел, обратите внимание. Очень-очень ранняя инженерка. То есть, возможно, для туретки, для того, чтобы мазеркор отгонять. И плюс ранее плюс один, то есть это 1-1 тайминг грейдов. И под стимпак. Может быть, конечно, и прокатит сейчас. Посмотрим. Второй барак добавляюсь. То есть на втором бараке будет лаба стим, соответственно. Да, плюс один сверхранее. Мне вот такие билды всегда нравились за любую расу, потому что, ну, вот они интересные. Это здесь интересные тайминги могут получаться с такими билдами. А, на Тинге? Ну, ТВТ, ТВТ, ТВП, ТВП, это разные матчапы. Лава пошла. Да, будет стим, ну, то есть сейчас будет тайминг... Кстати, даже может быть, это будет не тайминг с медиваками какой-то, а тайминг именно трех бараков выхода. То есть, что бы контролил бы лайв бы рабочих, вообще бы был красавцем. Рабочих вообще не контролят. Ну, возьми ты отсюда, отведи ты его на вот этот минерал, чтобы он не фокусил. Взял 3 КСМ на ровном месте отдал. Зачем ХЗ? Стимпак пошел, третий барак заказан. Но, если этот тайминг будет без медиваков, бараков, то тогда придется выходить на стиме без щитов. А это уже тоже не очень, потому что лучше, наверное, даже щиты мариком сделать, чем плюс один. Добавляются еще депушечки. Что, пойдет выход. Здесь, кстати, сентря с двумя адептами хорошо стоит. Вот если 5 мариков, например, сюда зайдут, то сразу минус 5 мариков будет, потому что филд двое сентри с адептом быстро развалит. Почему? Потому что 2 адепта хоть сейчас с удара марика не убивают, у него хп остается, но сентря как раз-таки дополняет идеально их этим демеджем, и в итоге они с удара будут гибнуть. Так, идут марики вперед. Вот, да, смотрите, раз-два и плюс сентря, раз-два плюс сентря. Замечательно, замечательно. Можно филд пограмотнее было. Кстати, еще один филд пошел, красавчик. Супер, но можно было получше законтролить. И от супер это пуш с иммортлами идет. Обратите внимание, гейты открываются. Их 6. Один иммортл есть, второй уже строится. Иммортл здесь со своими полями просто выносит всех мариков. До варп идет чисто адептов, но нужно врываться. Уже не успеет бункер доделаться. Третий иммортл строится. Вот тебе и тайминг плюс один стимпака. В итоге стима нету. Я не знаю, что здесь супер, правда, стоит. Ему нужно заходить уже давным-давно. Он что-то стоит. Так. Заходят адепты. Элайф не понимает, что ли, что это пуш идет. Это минус элайф. Это, ребятки, скорее всего, это 2-0 в пользу супера. У меня такое впечатление складывается. Потому что здесь отбиться уже нереально практически. Пробки пока еще живут, да варп пошел сейчас. Второй бункер достроил сейчас элайф. Стимпак есть у мариков уже, но бункер падает, марики падают. Новых адептов до варп очень своевременный. Нужно бункер иммортлами развалить сейчас. Но не так-то просто это сделать, когда его вычинивают. Но 2 КСМа уже не могут вычинить от 2 иммортлов. Тем более еще и третий здесь сзади подходит. В любом случае бункер бы этот упал в ближайшее время. И танк уже тоже не спасет абсолютно точно лайф. Потому что иммортлы на хайграунд поднимаются. Танк фокусят просто моментально. ГГ, что лайф изи 2-0 просто от супера. Ну да, что-то лайф как-то тепловат сегодня. Вы абсолютно правы. Реально слабоват и не готов он просто, ну, к таким темам. Причем, что самое интересное, он видит, что идет иммортл, и все равно мариками ломится в этот проход. Да кто иммортлов-то строит, если это не иммортл пуш? Иммортл это всегда иммортл пуш такой ранний. Короче, странно очень-очень. Очень-очень странно сейчас все было. Ждем третью игру, третью карту от Алекса. Видимо, Алекс специально паузу небольшую выдерживает, чтобы там не спешить как-то со стартом. Хотя не, вот уже хост пошел. Все в порядке.
Ну да, и Марики криво там в карман зашли. Видимо, сегодня не день Алаева, если он уже проиграл группу 1-6 в предыдущем турнире, просто минус мораль может быть. Может быть. И вот после таких двух первых побед, это даже 4-0 зачастую может быть. Почему? Потому что не собраться просто и все. Ну, разваливайте оппонента. А вот, что я могу сказать, Супер очень хорошую игру в последнее время демонстрирует, особенно в матчапе ПВТ. Вот. В других матчапах, конечно, послабее играет, но в ПВТ вообще в последнее время разваливает. Алекс говорит, везде газы были. Бо-7, 2-0 супер, красный супер, синий лайф, руины Сироса. Ну, карта гигантская, я не знаю, будет ли здесь супер чизить. Ну, я думаю, что все-то игры он точно чизить не будет. Да и лайф подготовится уже. Ну, карта гигантская, и здесь тяжелее будет чизить, потому что разведывать нужно раньше, это по экономике удар определенный тоже наносит, ну и много всяких таких моментов. Посмотрим, что и лайф. На этой карте даже одна базовая прессинг ветераны иногда играют. Ну, то есть от противного действует, раз карта большая, значит просто халявит, значит его можно только подпушить. Надо репку будет загрузить, посмотреть, был там газ просто на второй или нет. Ну, между играми тут быстро все стартует, обычно походу не было. Кстати, ребятки, на кибете-то ставочки есть все. Я забыл вам об этом сказать, перед этим матчем говорил, перед предыдущим. Ну, вы сами все знаете, я думаю. Какие интересы стало коэффициент у нас. Life 1.51, супер, это не фаворит по коэффициентам. 2.34, между прочим, на него. Так что как-то так. Так, что-то я не то врубил. Прибавляется пилончик, Нексус достраивается. Ну, супер, а Наджу, тут по нему смотришь, у него как-то все здания так стоят. Ну, здание понятно, это уже, если ты тренишься, у тебя должно быть определенное расположение зданий. Тебе понятное, тебе удобное, чтобы прикрывались минеральные линии от там передропов, минок, отрывов, риперов там и т.д. и т.д. и т.д. Ну, как тут... Супер более четко исполняет. В предыдущей игре видно было, как Алаев там мискликал, Марики куда-то вот в угол забивались не туда. Видно явно, что что-то у него все плохо идет сейчас. Хочешь увидеть фаст гостятню? Ну, я думаю, Алаев с таким исполнением сейчас гасты, вот эти прокси-гасты, это на исполнение. У Алаева сейчас оно никудышное какое-то, это может быть провалом просто. У Супера с ПВЗ проблема есть. Плюс Блаю, как бы он проиграл в Бо-3, а Бо-3 гораздо проще зачистить, чем Бо-5. Вот в полуфинале Блай, кстати, тоже был близок к победе, выиграв 2-0, но проиграл 2-3. То бишь, Бо-3-то он взял 2-0 и все, кончился матч. А вот уже Бо-5, Блай взял 2 игры, а 3 потом не смог взять, к сожалению. Так что Блай мы тоже могли бы увидеть в этом финале, но... Видим в итоге супер Элайва. И фаеркик был тоже близок к разваливанию Элайва на самом деле.
115 энергии на 2 оверчажа есть у Мазеркура. Добавляется Твайлайт. Опять же, блин, от супера пошел. Супер не делает скорость атаки адептом пока что. Вообще ни в одной игре. Минка копается, супер реагируй, пробку отведи. Ё-моё, куда там, что там, фокус? Водил-водил, хотел как лучше, получилось минус 12 пробок. Это уже печальная игра, провальное начало для пробца. 13 пробок за врыв минок. Такое, ну, иногда вытаскивается, но практически не вытаскивается, я так вам скажу. Еще здесь адепта одного потерял. То есть уже блинк-пуш. А, здесь однобазовая, кстати. Нет, с однобазовой темой вру, я что-то уже закомментировался. Пылу комментирования не обратил внимания, что билд-то у тирана однобазовый. То есть однобазовую тему с блинком, конечно же, можно принять, что будет. Но минка, а, она еще, блин, еще 4 пробки минука сделала. Да что ж за бред-то такой? Так, оверчаж выставляется, минка пыталась уйти, не ушла в итоге. Разводит этим... Какие адепты? Варпаниты, сталкеры. Пусть он стреляет по этому, блин, летучему медиваку чертову. Залетает уже, посмотрите, либератор залетает. Вот на рампу сейчас просто, да, и все, посмотрите. И напряг это для протоса. Пошел до варп сталкеров, блинк еще пока не готов. Здесь два танка, Марик и медивак приходят. Да, судя по всему, будет, ну, очень тяжело отбить здесь протосу этот врыв. Нужно новые пилоны ставить поближе сюда. Оверчаж может немножечко помочь здесь для обороны, но пока не помогает. Супер еще ходит под танками, гуляет в куче адептами с плешем. Все, минусует ГГ. Понял, супер, что здесь уже рыпаться не стоит после такого провала в экономике. 2-1. Быстрые игры у нас такие идут. Сейчас быстренько я посмотрю. Да, нету газа, в принципе, здесь не отображает. Здесь два газа, а здесь нету. ХЗ, короче. Ну да ладно. Не знаю, в чем там прикол. Что там, кейчик, у тебя застриг? Читаешь игру, как свои 5 пальцев? Смотри дальше, чтобы было все четко. Ну, сейчас я думаю, что уже супера будет не удивить. Что-то сегодня день не с контроля против минок. Просто сегодня сит на минках там разваливался. По картам. Это правильно. Ну, просто вопрос в том, что если там был газ, его можно было бы выбрать, если бы он не отображался. Но я что-то там кликал, ни хрена не выбрать было. Может, на самом деле был, он просто мне не видно было реально только. ХЗ, ребят, не могу вам точно сказать. Да и уже не суть, там все равно блинки супер убил, там еще даже тирана не планировал газ второй занимать. Так что мы и не выясним в итоге. Бусим, ребятки, ну, либо сейчас супер берет две карты и 4-1 у нас счет становится, либо лайф начинает камбэчить, и мы смотрим больше игр гораздо. Как-то так. Время-то уже 8 почти, наверное. Короче, лучше побыстрее, чтобы они играли, потому что Чарлик сидит и ждет. По расписанию в 6 обычно гуляем мы с ним, но сегодня задержечка происходит. Где-то корыца сушит он там на кресле по ходу дела.
Так, поехала пробка на раз. Да не, я понимаю, что там не может быть одного газа, на самом деле, у тирана просто. Ну, наверное, какой-то баг, в чем суть, непонятно. Здесь второй газ сверхранний, кстати. Опять однобазовая какая-то тема. GSL Sky Shield карта. Интересно, такая карта здесь просто какой-то невероятно тяжелая для прохождения рельеф. То есть тирану действительно выгодно пушить вот как-то однобазово здесь. И, между прочим, приходит супер в разведку и все обнаруживает. Такие два газа обычно, конечно же, для каких-то врывов делаются. Здесь до сих пор не заказана вторая депошка, но супер не рискует, не хочет пробку терять. Правильно. Нужно уходить, нужно в блинк выходить против такой темы. Покажи его, покажи кого его. Ну что, пробочка возвращается. Здесь лаба, так, Старпорт, Банша, что ли, с инвизом. Против сталкеров, кстати, в качестве майнгеймса такого необычного может получиться Банша. С инвизом зайти может. Чарлика покажи. Прикинь. Так. Прошу прощения, случайно нажал. Не знаю, сколько тебе лет. Ну, например, твоим родителям придут, то есть скажут, покажите-ка его, а ты спать будешь. А тебя просто возьмут, поднимут и будут показывать тебя. Также и Чарлик живое существо. Попозже придет, сам покажу. Не очень его так поднимать. Тем более он на улицу сразу захочет. А тут еще финал идет. Так, адеп чуть-чуть пострелял. Уходит. Минка Марики. Передроп здесь идет сверхрай. Да, опять, смотрите, лайф катает. Идентичный билд предыдущей карте просто. Танки, танки Марики, выход сюда. Супер не делает блинк. Я считаю, это не очень хорошее решение не делать блинк в такой ситуации. Блинк очень сильно помогает. Видишь, Гасон рычать будет на меня. Кусанет, не кусанет. Ну, крысака врубит. Так, минус минка. Бар почти готов. Тут только Марики остаются. Ну супер, обсервера потерял. Минка выстрелила. Нужно второго обса сюда привести. Тут минка наглеет. Все подблочило. Передроп сейчас свинка будет. 39-24 парабам. Здесь выход с одной базы намечает. Вот, обсервер прилетает, видит, супер, что происходит. Видит выход, нужно имморталов обязательно строить. Нужно весь продакшн сейчас сконцентрировать на отбивании этого врыва. Здесь еще что-то минка убила. А не, ничего, это на КД что-то после первого выстрела. Два пилона добавляется. Просто я не понимаю, ну вот как без блинка вот это все контрить. То есть только массой большой. По-другому никак. Залетает Либератор, раскладывает свои пробки под ударом. Еще и не выбить его позицию тут великолепную занимает. И лайф Либератором сталкер вот пошел, говорит, не-не-не, не толкайте меня туда, ребята, вы че, блин. Чуть не вытолкали туда к Либератору. Пытается пилончик минуснуть здесь, и лайф. Иммортал есть, кстати, надо было поля снять. Вот затупил лайф. Одним мариком чик сюда. Нужно такие моменты сразу строить. Одним мариком взял, поля снял, и уже иммортал слабее становится. Здесь газ прессует, между прочим. И лайф супер. Сталкер пошел на Либератора, пошел, ошибся в итоге. Прессинг идет очень жесткий. 71-66 по лимиту. Я боюсь, что у супера тяжелые времена здесь настают. Потому что сейчас еще Либератор полностью вот это пространство, если перекроет, то совсем беда будет. Что он сейчас прикрывает, вообще непонятно, этот Либератор. Нужно ближе подвести его обязательно, чтобы морклы не подходили под танки на халяву. Пилоны падают, саплай блок у супера. Пошел вперед,
под Либератора подходит. Да выйди ты в это пространство. Ну что ж ты делаешь-то, ё-моё. Как криво Супер здесь законтраливает вообще. И Лайф, кажется, собрался Супера вообще развалить здесь. И похоже, у него очень хорошо это получается даже. Второй Либератор прилетает, перекрывает, Так, еще обсервер есть, нужно отца еще одного было сбить. Перекрывает все пространство. Вот что значит без блинка эту хрень отбивать. Просто не умеет Супер однобазовые улыны отбивать. Как и Лайф может и третью карту сыграть. Пошла атака, зилки горят, пожар под Либератором, под танками. Хлам вообще, 2-2. Хлам. Пятую ждем. Не будет 4-1. Так, нет, не принципиально, Блинк не заказывает. Предыдущую игру Блинк заказал, все равно не смог выиграть, потому что что-то там криво все делал. Ну а в эту игру он просто не ожидал второй раз такой же темы. Хотя карта к этой теме, ну, он не думал о карте просто, к сожалению. Для него. После этого матча что-то будет? Конечно, будет. После каждого матча что-то. После данного конкретного матча будет отдых. У меня и у вас. Потому что завтра-послезавтра ЕМ Шанхай отборочные будут. Будем их смотреть. Может быть, что-то еще, не знаю, будет. Точно не уверен я. За первое место $1000 здесь, за второе 500, ну за третье Блай уже 250 заработал. Барак, газ и лайф. Супер гейт, Нексус. Вот у Супера один всегда бил гейт Нексус. Ну, может, это билд как бы надежный достаточно таки. Вот, ну, когда оппонент играет одним билдом, нету универсального билда, как бы. Если ты халявишь, там Нексус 17 ставишь, тебя могут триперами напрячь, там, с двух бараков, я не знаю, просто мариками, каким-нибудь пушем там с бараков. Если ты играешь, например, агрессию какую-то однобазовую, могут под тебя построиться, дома тиран сесть, там ЦЦшку заказать, с танками, с бункерами отбиться. Если ты играешь нечто среднее, тиран сам может нахалявить, как бы, поставить ЦЦшку. Это каждый раз так, по сути, может. Ну вот, нужно ловить момент такие, чувствовать, как оппонент играет. Посмотрим, что и лайф. Возвращается пробка. Супер, заехал, все, увидел прекрасно. Рипер летит вперед, реактор пошел.
Готов Мазеркор, Уверчарж не стал супер выставлять. Ну сейчас Уверчарж не настолько халявен, как раньше. Теперь он 50 все-таки энергии стоит. И это значит, что нужно поаккуратнее его выставлять. Ведь может пригодиться. Так, бегают адептики туда-сюда. На ГГ качество хуже быть не может, особенно на премиуме, потому что на Twitch оно сурезко идет. На Twitch как высокое на ГГ качество. Я думаю, что такое примерно. Ну что, Рипер залетает, видит Twilight сейчас и лайф. Уверчаж разнесло, разорвало беднягу. Ну что... Блинк заказан, но Элайва здесь... это будет передроп Минка Маликов и выход в стандартное био. Посмотрим, как сталкеры здесь зайдут, не зайдут. Гейтов 4 штуки, вот у Супер какой-то стандартный билд с 4 гейтами. Заходит адептики сейчас, но что-то не врывается полностью. Гейты открываются. А, ну что им врываться? Тут маленькие стоят. Все правильно делают. Гейты открываются, 4 штуки. Призма летит вперед. Здесь медивак вроде как не заметил медивак. Этот вот супер. Пилончики есть. На 2 оверчажа есть. Но что-то пока обсервера на мейне не видно. Так что могут минки успеть закопаться. Врыв идет минок на вторую базу, кстати, здесь есть обсервер. Супер, ты будешь реагировать-то на минки, копаются, ё-моё. Супер вообще не видит ничего. Мне нечего сказать по этому поводу. Великолепный отвел рабочих, вы видели сами все. В стек специально под минку. Это надо быть так, это просто вообще. Это просто жесть какая-то, ребятки. Ну все, это практически ГГ для Прокса. 20 лимита, почти разница, и здесь ничего не поделаешь. Минка 14 пробок за раз убивает просто. Нет, одну пробку, другая 13 просто. Третий Нексус заказывает супер. Ну молодец, поздно уже третий Нексус заказывает. Тем более здесь двухбазовый прессинг еще намещается. То есть не получится Проксу на халяву пробок остроить, его тиран будет добивать. Обсервер приходит. Третья ЦЦшка будет заказана. Все равно будет прессинг, как бы, в любом случае. Просто сейчас Life, если бы не было вот этого бы жесткого выстрела минок, он, может быть, не стал бы так рано бы заказывать третью ЦЦшку. Может быть, он просто прессовал бы Улынова. Но, понимая, что у Протца экономика провальная после вот того залпа, он еще закрепляет свой выход и ЦЦшкой. Так, Steam есть, стимпак есть, кстати, аккуратнее просто надо в таком раскладе, потому что там на стимпаке может тирану и пробрить. Здесь еще камни, о, тут может со стороны камней пушить, камни не пробиты, это печаль вообще. Супер, тут сталкеров на халяву дает, бугасов нет пока. Ну, пытается всеми силами поконтролить, потянуть время, вижу Даркшайн. Ну, может быть, Даркшайн, кстати, спасет здесь. Хотя туретки здесь есть, но можно туретки фокуснуть, в принципе, успеть. Может, что и получится. Сталкеры. И что, зашел супер сюда. Сейчас Айлайф на мейн передропаются 2 медиваками. Я думаю, что это, скорее всего, 3-2. А здесь... Ой, Даркшайн здесь под ударом. Нет, все, дарки в итоге не вкатывают. Приходит Айлайф.
Пилон минус, ну Даркшайн нужно минуснуть. На пилон выставлен оверчаж, Даркшайн сразу же минусует. Здесь супер отбился, а то ух ты, что отбился. На мэйне ничего нет, пока вернешься. Вот камни надо пробивать вовремя. Камни не пробиты, ну хотя в этой игре камни никто и не мог бы, подумать супер, что вот нужно было ему так рано пробить, иначе вот такой, такая печаль, беда здесь. Тут предсказать такой расклад заранее, ну, тяжело очень, на самом деле. Скан здесь пошел, минус обсервер. ЦЦшка третья перелетает. Ну, все, Нексус вырубил, сам третью ставит. 1-1 грейды, у Протоса грейдов нету. Это уже вытащить практически нереально для Протоса. Так, здесь пробки не единственное с майнингом, а переводится на третью базу, чтобы добыча посильнее была. Выдвигается и лайф еще, танки берутся. Био. Да можно сюда же. Камни так и не пробил. Супер. Очень странно. Ну, кстати, решил лайф, что в лоб пойдет. Сейчас будет разводить, наверное, дропом, как супер сейчас уйдет своим лимитом. Будет врыв и на мейн. Нужно вот уже сейчас врываться. Да, врыв на мейн идет, дропчик пошел. Нужно заходить, дропчик. 140-96, нет, тут что-то как-то беда. Пилончик минусуется дропчиком, приходит иммортлы. Хороший лимит сейчас. Тирана приходит, ему танки нужно взять и прийти. Передроп на вторую, в карман шел. Даркшайн пытается установить. Второй раз Даркшайн, кстати, не доделать в этой игре. ГГ супер пишет. Он не доделать, потому что уже супер выйдет из игры. ГГ. 3-2 лайф. Неожиданно, да? 2-0 супер вел и просто 3-2 лайф уже разваливает его сейчас. Еще никто пока ничего не выиграл. У нас пятая игра на горизонте. Или, погодите, 3-2. Шестая игра на горизонте у нас будет сейчас. Может быть, и до седьмой дойдет. Ждем пост, пока нету его. Какой в профиль, блин. Все, все готовы, поехали. Начинается битва. Два счет, лирилак, короче, карта следующая.
Что, депошечка достраивается? Ну, стандартно через рипера, видимо. Хотя депошка под реактор ставится сейчас. Ну, скорее всего, рипер, реактор будет там уже. Проверю. Проверил. Видит ТВ, просто стрим идет, вроде народа нету. Пробку поймал сейчас и лайв. Очень даже неплохо. Ну, стрим не с утра идет. Стрим идет как бы с 12:30. То есть через 15 минут всего лишь 8 часов будет стрим идти. Это очень мало. Ну как это не мало? Это средний стрим такой. Вот. Бывает и больше гораздо стрим. Возможно, на выходных как раз таки такие будут, которые больше, потому что много там событий всяких. Минус рипер, кстати говоря, может быть. Да, поймал рипера, хорош. Супер сейчас грамотно очень действовал своим адептом и словил рипер. Ну, Роба очень ранее боится минок уже как от дня просто. Вот сейчас вообще на этой карте какой-нибудь пуш со сталкерами зарешал бы. Заходит адепт, но там не врывается, в общем-то, на рампу. Иллюзию надо пустить бы сейчас суперу. ХП терять не обязательно. Не стал телепортироваться, молодец. В общем, пока ничего не происходит, никто никому ничего... А нет, вру, рипера и пробка погибла. Я говорю, никто никому ничего не убил. Рипер и пробка погибла в итоге. Стал так, с рабочих 13, здесь 16 на мэне, все стало. Ну, в этот раз решил использовать супербилд с блинком свой, который, кстати говоря, работал в предыдущих играх. Варп сейчас будет готов. Нужно сталкеров варпить сейчас. И здесь, кстати, есть что пропушить. Здесь очень поздний стимпак стиль вот у Улайва. Вот это все блинком пробивается лучше всего. Потому что с поздним стимом тирана, ну, с блинком пробивать проще все. Но, правда, танки могут зарешать здесь. То есть, ну, тут нужно обсервером разведывать. То есть, смотреть, где там танки, что там танки, как они вообще расположены. Призма летит вперед, тем более призма есть. Гейты открываются. Ну, это 4 гейта. Супер, просто фантастик. Просто фантастик. Прямо через Ксилнагу. Ну, хоть прояви немножечко уважения к оппоненту. Не летит и через Ксилнагу, а влетит и сбоку. Все, на таких действиях план может весь провалиться, на самом деле, просто-напросто. Так, сейчас шел медивак отгонять. Нужно сталкера сюда какого-то привести. Он достанет до медивака, между прочим. Здесь висит. Так, призма висит здесь. Ну, супер ничего не делает, ничего не пушит. Давар сталкеров на мейн пошел. Вот здесь уже никто медивак не достанет точно. Залетает Либератор. Но это не Хэппи Император. Это Элайф прилетает своим Либератором. Становится он сейчас под вторую базу. Пробки начинают гибнуть. Сталкеры приходят.
Минус две пробки, минус сталкер. Либератор — это такая дичь просто. Две пробки и сталкер убил, то есть фактически разменялся в плюс даже он. Ну хотя не, не в плюс суммарно, по ресурсам-то он подороже стоит, но... практически вровень по ресурсам. Но либератора тяжелее построить здесь. Так, оверчарж становится. Минка здесь закопана была. Три пробки все-таки Alive умудрился супер убить. И супер, что самое главное, он не пушит оппонента. А здесь плюс один, здесь щиты, здесь третья ЦЦшка, здесь вообще продакшн просто колоссальный. Сегодня нормально себя чувствую. Я бы даже сказал, хорошо. Ну что, скорость атаки адептом еще при этом супер не выходит. Бархонов там чарж. Адептом скорости атаки на халяву заходит. И лайф вообще не реагирует очень долго. Реагирует на сталкеров наглую. Просто такой врыв идет. И сталкеры уходят. Минус 7 КСМок, минус там медивак был. Адепты на мэне начинают наваливать. Очень не слабо они наваливают. 104-91, посмотрите. Что-то и лайф тоже здесь, конечно. Просто от одного врыва сразу в игре все с ног на голову переворачивается. Уже преимущество-то как бы и у Протса получается, и рабочих больше, и боевого чуточек больше. И стима до сих пор нету, то есть можно здесь... еще сталкерами до сих пор напрягать, и призма живая, то есть можно призму еще тоже напрягать, можно на ксилнаги поставить немножечко, адепты выходят вперед, то есть еще супер собирается не дома встречать все это дело, а собирается на муве встречать, а обсервера видит и не сбивает, что ж ты делаешь, обсервера видишь и не сбиваешь, сталкеры рядом находятся, Immortals N3 пришли, третья цешка перелетает, куда супер-то лезет, тоже не пойму. Сталкеры обходят крампинг. Адептов нужно больше, больше, больше варпить. Так, хороший фокус медиваков со стороны супера идет. Мариков тоже отфокусил нескольких штучек. Танки здесь, конечно, есть, но... так, медивак сбивает, уходит. Камни не допробил в итоге. Нужно сюда на рампу ворваться, мне кажется, супер, если он хочет агрессивно сыграть. Так, сталкерами камни пробивает. Хочет успеть зайти на третью базу. ЦЦшка сейчас перелетит просто. Не успеет улететь. Камни пробиты, танк здесь хорошо, вот позиция идеальная, перекрывает все здесь. Фактически два адептика врываются на третью, супер врываться на мейн, хочет, зря супер делает не атаку армор, потому что адепты гораздо эффективнее становятся с атакой, они все уже стопроцентно разваливают. Так, здесь марики с КСМ-ками дерутся, вместо того, что с мариками подраться. Но марики на стиме отбиваются, супер пытается позицию занять и все-таки занимает. Посмотрите, к третьей ЦЦшке приходит. Сюда филды, две штучки на рампу. ЦЦшка уже никуда не денется отсюда абсолютно точно. Дэмэдж, ДПС гигантский. Конечно же, она не успеет улететь просто-напросто. И падает, да, ЦЦшка. Но Элайф пытается супера зажать, не выпустить отсюда. Но кто кого еще отсюда не выпустит? Танк всего один, то есть дэмэджа он просто слишком много сюда внести не может, этот танк. Супер дерется, танк фокус пытается сделать, танк отфокусить не получилось, филды все новое и новое ставятся, но тирана все меньше и меньше, и супер, кажется, собрался все-таки. И берет он игру. 3-3 в итоге, и у нас решающая седьмая карта понадобится еще, что самое интересное, или нет. Нет, Alive отбивается, еще все может быть в этой игре. Идет вперед, грейды 1-1 против двух арморов сейчас будут. Танки есть, нет, танков не наблюдаем, а не, один есть, надо вычинить и с этим танком идти вперед просто Элайву. ЦЦшки-то уже нету, 57-38, да, 20-ку боевого больше. Медиваков много, танк есть. Ну, ё-моё, ну неужели не вычинить? Танк на 6 хп, да какая польза с него, блин. Полетел, блин. Толку-то от этого танка, один юнит там плеванет любой, и все. Так, стимпачи, самарика, мародеры. Танк 4 хп просто-напросто. Пытается Элайв законтролить, но что-то не очень у него получается. Да, минус танк. Все-таки, ребятки, это 3-3. Не получилось Элайву взять.
Ну что, последняя решающая карта. Нету сверхдолгих игр в этом финале, но такой напряженный финал идет, я вам скажу. Игроки достойные. Друг друга бьются. Решающая седьмая на горизонте. Даже, наверное, сейчас с Илаеву был какой шанс? КСМ часть третьей базы там на муве ездила. Ему нужно было вычинить танк и взять КСМ еще всех со второй базы. Мейн уже кончился, вернуться цешку он строить не собирался. То есть вот этот выход, микс вот этот, плюс где-то 20 КСМ, плюс танк, если зеленый был бы, им бы можно было бы контролить медиваком очень хорошо, перевозить бы. Наверное, единственный шанс, при котором могло что-то получиться. Поехали. Записи на Ютубе будут все. GSL сегодня выложен уже, смотрите, ребят. Вот, после этой игры я все прервусь, надо отдохнуть, пятница. Да и завтра у нас будет, соответственно, тоже отборочные на шанхайский турнир ВЦСовский, 50 тысяч долларов, где призовой. И послезавтра такие же отборочные будут. Короче, будет интересно в любом случае. Так что приходите. Ну а сегодня там я вижу, что ничего особо нету вечером. Сам я что-то играть не очень хочу. Поиграю в другой день. На Шанхай все участвовать будут в отборочных. Это то же самое, куда прошел Хэппи. Ну, не то же самое. Куда прошел Хэппи, там 150 тысяч баксов призабуха на ИЕМ Катовице. А вот в Шанхае 50 тысяч. И там, конечно, все наши будут участвовать. Как? Там оплачиваемые квоты, все дела. Это такие, то это самое главное. Это тир-1 турниры, что называется. И туда обязаны все играть. Ссылочку на завтрашний отбор. Завтра южноамериканские отборы, насколько я помню. Европейские воскресенья, вроде бы, я, правда, не уверен. Там в один день, не в один. У меня нет ссылки, если кто-нибудь кинет ссылочку, то я всем распространю ее. Всем спасибо будет за это, кто так сделает. Ну что, опять через Reaper opening. GSL Ракшира. Вот это уже GSL отыгрывают сейчас эту карту. Стандартная карта GSL-овская. Мазеркор бустится. Сейчас посмотрю, этот ли турнир. Да, этот, видимо, турнир. €21 квали.
Ё-моё, тут какие-то final брекет и лузер брекет, и вообще жесть какая-то. А 20-го, да, Латинской Америки квали. Вот этот турнир, соответственно. Так, здесь какие-то маленькие стреляют. ЦЦшка стандартненькая, скидываю всем. Привет, бро, не понял, про каких топов, какие баны ты говоришь. Опять же, блинк, 3 гейта, то есть 4 гейт прессинг. Про зерга, скорее всего. Там никакие стукачки ни при чем. Модераторы-то как бы они всегда есть, сидят. Извините, когда 4 минуты человек матом подряд разговаривает. Еще вещи говорит, за которые просто. Крошат щи и ногами еще бьют потом, но тут как бы дело такое. Опять Минка прилетает, опять Минка просто унижает. Сталкеры куда-то ушли. Что ты делаешь, супер? Опять какая-то хрень. 10 рабочих минус, Минка выбивается все-таки. Улетает. Медивак. И здесь 5 рабочих выбито. Короче, для супера все как печально, но правда здесь контратака. Призма идет. Стимпак только-только заказан. Можно попытаться на блинке затащить здесь, но сейчас еще либератор призму собьет. Сейчас нужно срочно разложить призму и варпануть 2 сталкеров. Хотя бы. Ну сделай же что-нибудь, супер. Он не понимает, что ему это нужно. Ё-моё, как поздно сообразил-то. Жесть-то какая. Все, прикрыл призму, молодец. Один сталкер развалился, правда, ничего страшного. Отсюда тоже нужно все брать и идти вперед. Есть танк, маленький либератор. Так, адепты зашли. Тут КСМ-очку одну подряд. 38-40 по рабам в любом случае в пользу Элайва. Третий Нексус супер ставит. Решил, что ломиться не стоит, надо третий Нексус выходить. Здесь, кстати, двухбазовая такая какая-то элегантная тема от Элайва. Танки, марики, либераторы выход будет. Пока Бла и Димага зарегались. Ну и остальные зарегятся. Что ж делать-то? Еще рано просто региться. Нужно распространить куда-то инфу. Загружается тиран, здесь что-то летают какие-то дропы. 83-92, по рабам 44-44, очень близкая ситуация. Здесь уже пробки переводятся. Смотрите, как, насколько далеко на этой карте треть. А почему не здесь третью занимал Проц? Здесь и камни можно пробить. Это он типа хитрит, что вот здесь занял. Ну тиран-то все видел, и в итоге на третьей базе просто затридивать земель рабочих, во-первых, нужно вести. Во-вторых, ее тяжелее прикрыть гораздо. В-третьих, она еще и даже не начала добываться. То есть хрен она окупиться успеет, скорее всего. Неплохие залпы от танков. Сталкеры 2 краснющих. У 2 тоже, не, у 2 хп, у остальных хп все целы, нужно поля зарегенить. В это время в контратаку приходит призма, сейчас вот один танк можно, например, подрезать сейчас, но нужно выверенно блинк делать, чтобы залпа прямо подрезать. Куда ты, вот видишь же, супер, все прекрасно, все видит, и что-то непонятное вообще делать. Филды пошли, приходят вообще не в тайминг, ну, хотя нет, танк передропывается.
Тайминг так себе своеобразный был. И здесь танк пролетает. Вот опять же не поймал в очередной раз этот танк. 104-107. На мейне призма, я как понимаю, не ушла. Она не стала вообще ничего сделать на мейне. Уходят центря и мортл. Марик отмороженный под стимпаком сентрю сейчас сбривает. Пошли новые филды танков. 3 штуки сейчас. Да и мортлом танки нужно было присануть. Уходит. Еле-еле и мортл ушел. Призма здесь. Нужно раскладывать. Неплохо получается у Протуса что? Отсечь, конечно, тирана от прироста, но нужно быстрее разбираться, потому что здесь двойной дроп на вторую летит. А где Мазеркор вообще? Мазеркор здесь находится, рядом. Под блинк агрессивно сейчас танки фокусит у нас. Хорошо, супер, танки фокусит. Медиваки отфокусил еще очень неплохо. Блин, 2 ушли чудом сейчас. Нужно ловить их. Ловят медиваки. Да выстрелит, и выстреливает. Двойной дроп прилетает на вторую базу. Здесь несколько юнитов есть, но это 3 сталкера, 1 зелук, и рядом тут недалеко иммортал находится. Так что нужно быстрее сюда возвращаться. Оля Миту супер за счет вот этого удачного обороны на третьей базе вырывается вперед. Пытается покуснуть медиваки. Не так-то просто это сделать. Они чудом улетают просто-напросто. Можно попытаться словить, но не пытается поймать. Здесь третья ЦЦшка начинает немножечко добываться, но по грейдам в итоге... Плюс 1 атака у тирана, 1 армор у Протса. Почему-то супер армор постоянно делает, не понимаю. Ну и супер стабилизировал. У него больше боевого сейчас. Есть шанс контрпушку это сделать. Четвертый Нексус пошел. Так, адепты что? Нет, адепты ничего. Не стал врываться. Супер, заходит ко второй базе. Филды нужно ставить. Филды... Ой, хорошо, вот эти био вышло сверху. Вот такой фронт хороший получился полукругом. В итоге развалил просто тиран. Нету, правда, танка. Нет, вот здесь один танчик будет. Ё-моё, какой ущербный блинк сейчас был от супера. Уже не успевал блинкнуться, но зачем-то блинкнуться. Все равно филды нужно новые ставить. Где филды-то, ё-моё, дает пройти тирану вперед. Правда, дерется тиран вне либератора ренжа почему-то своего. По рабочему уже десяточка разница. Здесь нужно отступить. Адепты еле живые здесь. Супер, в общем-то, не хочет, очень не хочет в либератора рендж заходить. Конечно, зачем туда заходить. Адепты иллюзии посылают вниз, но врываться они не будут. Никто врываться не будет. Как Минка сейчас хорошо жахнула. Сплэшем все повредило. Что-то супер здесь ходит. Вроде как удачно начинал драться, а сейчас уже как-то не ахти. Здесь какой-то врыв на второй блок. Тиран чуть не ведет своих юнитов вперед. Сталкеры агрессивно подглинкулись. Все развалились в хлам вообще. Эти сталкеры. Так, минки копаются. Нужно отойти от минок. В итоге тиран выводит рабочих, пытается с рабами драться. И Мортлов супер не может законтролить. Ни хрена он вообще законтролить не может. 18 хоть КСМок и погибло, но посмотрите на боевые лимиты. 67-26, это значит, что Протсу, скорее всего, не будет никак не отбиться от контратаки, несмотря на то, что у него 4 Нексуса. Плюс еще, ё-моё, на третьей базе здесь еще минки летают, дропаются. Так, минки перекапываются, рабочих вернул. Ё-моё, рабочих разведи, не развел. 5 рабочих минус, ГГ супер пишет. 4-3 побеждает Элайф. А как все начиналось для него, да? Начиналось-то все совсем не очень для Элайва. Ну, криво супер контролил там при врывах на вторую базу. Скоро. Что я вам могу сказать, ребят? В общем, запись я выложу. Завтра приходите, завтра обязательно будет стрим. Чарлика показать. Чарлик, ты где? Чарлик. Чарлик. Пойдем гулять. Иди сюда. Вот слышу, бежит Чарлик. Давай, давай, не бойся, не бойся. Подходи. Что ты боишься? Дуримари степень.
Вот он, чалик мой родной. Длинненький такой. Оп. Ё-моё. Оп. Оп. Ну все, ребят, будем прощаться. Чалик пришел. Так что всем спасибо за внимание. Увидимся завтра. Чарлику лет скоро. Скоро 5 уже будет. В общем-то, увидимся завтра. Запись будет выложена. Приходите завтра. На связи все, ребят.